Всем привет! Ребята, сегодня у меня шашлык, куриные крылышки, шампиньоны и баранина. Тут у меня красный соус, тут у меня кола. Так, надеюсь, меня хорошо слышно. Каждое видео одно и то же. Сейчас откроем красный соус, ну, для шашлыка, и пару кусочков хлеба. Ну, у меня тут вилка, нож на всякий случай. Так, лук маринованный. Всем приятного аппетита, кто будет со мной есть. Кусочек баранины. Что-то уже остыло, что ли, пока я готовилась. Здесь вам видно. Пойдет. Шампиньоны. Да. Я обожаю шампиньоны. Я не знаю, эти такие или нет. Они все остыли, ребята. Блин. Пока готовишься. Угу. Такие, как я обычно я ем. Просто мы заказали в другом месте. В том месте, где мы раньше покупали. Поменялись хозяева. И все стало как-то по-другому, невкусно. Вкус там изменился, я не знаю почему. Такой невкусный. Повар поменялся. Хотя его поменялись. Ну, и состав поменялся. У меня тут опять кот. Прям вот здесь сидит, смотрит на меня. Что надо? Что-то баранина мне вообще не зашла, честно. Ни о чем, короче, баранин. Давайте крылышки. Пойдет, конечно, есть можно. Крылышки прям зажаристые, смотрите. Приз-приз. Сейчас наемся. Поем. Видео сниму, дам. Так он не голодный. Он просто мясо хочет. Угу. Крылышки вкусные, кстати. Ну, тут салфетка. Угу. Крылышки баранины. Что-то нету. Крылья вкусные, куриные.
Что-то не положили лаваш, да? Мы обычно раньше, сейчас не знаю, сейчас почему-то все по-другому стало. Раньше, когда мы, вот когда заказываешь шашлык, тебе туда ложат, да? Кладут или ложат хлеб, либо лаваш. Как бы это входит в стоимость чека, да, который ты оплатил. А сейчас прям все отдельно покупай. И лук отдельно, блядь. Ой, прошу прощения. Ну, насчет лука. О, кстати, да, они часто забывают лук ложить. Это надо прям выпрашивать, там стоять, напоминать. Соус у них платный. И лаваш, по-моему, платный. Все платно. Ну, на соус похож. Мне кажется, это он в том месте брали. В том месте взял, что ли? Это я сама с собой. Нельзя. Я, конечно, вообще не мясоед. Вообще. Я люблю мясо. Вареное. Ну, и не так часто. Что-то я наелась, честно, ребят. Баранина меня подвела. Больше колы, да, выпила, чем поела. Ладно, ничего страшного. Вы меня знаете, я малоежка. Всем спасибо, кто досмотрел, поставил лайк. Пока-пока. Увидимся.